Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета реализует магистерскую программу двойных дипломов «Открытая информатика». Партнером выступает Чешский технический университет. В Институте вычислительной математики и информационных технологий я получила достаточно глубокие знания как по программированию, так и по математике, для того, чтобы успешно справляться с нагрузкой в Чешском техническом университете, а также чтобы успешно написать свою магистерскую диссертацию. Целью программы является подготовка IT-специалистов, способных выполнять функции ведущих программистов и системных аналитиков и обладающих компетенциями российского и европейского уровня. Цель поступления на программу «Открытая информатика» для меня была следующей. Это повысить профессиональные навыки, получить впечатление от поездки за границу и, в общем, познакомиться с разными интересными людьми. В рамках программы изучается множество дисциплин, среди которых анализ данных в финансах и экономике, технологии программирования с открытым кодом, система анализа данных и другие. Казанский федеральный университет дает очень хорошие фундаментальные знания, теоретические, а технический университет в Праге, он больше направлен на прикладные науки. Поэтому как бы, эта программа позволяет совместить и то, и другое, и получить полноценное образование. После завершения программы студенты получают российский диплом магистра по направлению прикладная математика и информатика и диплом магистра наук Чешского технического института в Праге по направлению открытая информатика, программная инженерия. Получение дипломов Чешского университета было очень волнительным, торжественным мероприятием. Я была очень счастлива и рада, что прошла этот путь, не такой простой, но уверена, что такой нужный для моего будущего. Артем Тупичкин, Лев Халиуллин, Универньюз.